Дорогие друзья, мы находимся сейчас в Араратской области, около Веды, около города Веды. Вот с той стороны находится Хосровский заповедник, а там на высоте находится фонд сохранения культурных наследий и, как он переводится, и природы, да. И мы пришли поснимать, то есть я вместе с группой людей пришла сюда поснимать, и вот что мы увидели. Это кладбище курдов. В кадрах на армянском я сюда вставлю, что к чему. Подошли сотрудники этого фонда, вот они за нами наблюдают, и сказали, что это частная территория, велели убраться. Ես տարածքի պատասխանատուն, դուք հիմա գտնվում եք Ձեր անունը՞ս է։ Իմ անունը Տիգրանը։ Տիգրան Ազգանունը։ Անդրեսյան։ Պատասխանեք տալու որ մենք իրավունք ունենք։ Ես ասեմ նոր դուք ձեր հարցերը կտեմ պատասխան։ Պատասխանեք տալու ձեր։ Դուք գտնվում եք հիմա մասնավոր տարածքում։ Առանց որտեղից ա սկսում ձեր տարածքը ցուցել։ Դուք արդեն ներխուժել եք։ Որ մասից ա մասնավորը։ Ցույց տվեք։ Ես զգուշացնում, այնտեղ զնակը կա, հատուկ կապամուխ է այստեղ։ Ավել բան ենք ունի, մնացածը օրենքի։ Հարգելի մշակույթի նախարարություն, այս պահին մշակույթի եւ բնության արժեքների պահպանման հիմնադրամի աշխատակից Տիգրանը ասում է, որ այս քրդական գերեզմանները սեփական գերեզմաններ են եւ թույլ չի տալի նկարել հասկանա, թե ինչու է այս ամենը քանդված։ Գերեզմանները այցելել արգելվում, հա, հասկանում եմ, հա։ Բայց քանդելը չի արգելվում։ Խնդրում ենք պարզել։ Не знаю. Я думаю, что если это фонд сохранения культурного наследия природы, то по какому праву уничтожаются кладбища, если даже эти курды или турки здесь не живут? Вот такое вот дело международного уровня. Это варварство, однозначно. 75-го года, да? Разрушили. Курды ушли, а вот кладбище вот разрушается. А еще говорят, что к чему. Смотрите, я еще поснимаю тут. Дело в том, что к нам подошел охранник этого фонда, назвавший Тиграна. Мне сказали, что это брат председателя для села Урцадзор, Рафика Андреасяна. А именно про товарища Андреасяна надо еще уточнить. По какому праву эти земли были приватизированы? Тем более кладбище, да, мусульманское кладбище. Это вот мусульманское кладбище, полностью уничтоженное. Смотрите, вот памятники. И я вставлю на армянском то, что успела поснимать. Как нас отсюда вытуряли. Все.
Эта местность называется Урцадзор. Оно находится рядом с Хосровским заповедником, где 2 года назад был пожар. Пожалуйста, обращаюсь к международному сообществу. Человек, который занимается охраной природы, культурного наследия. А он еще руководит директором Ереванского зоопарка, является Рубен Хачатрян. Если вы такой уж законник, то почему разрушены эти кладбища?